Зарядка есть? Раз-два. Друзья, всем огромный турбосалют! Слушайте, ну я понимаю, что сейчас утро, еще не все проснулись, но нужно сейчас выдать максимальное количество децибел. Всем привет! Вот, уже неплохо. Пока у нас презентация готовится, в общем, реально очень рад вас видеть, очень рад видеть такое огромное количество людей. Просто билетов всегда практически не было. И, в общем, подойдем к теме. Сегодняшняя тема — это... Так, можно как-то следующий слайд сделать? А, вот. Уникальность предложения NEL International. Поднимите, пожалуйста, руку в зале те, кто вообще первый раз на этом событии. Охренеть. Посмотрите все друг на друга, реально. Вот держите руку, просто посмотрите, как вас много. И очень важно, чтобы вот эту тему вы для себя очень, ну, правильно поняли и достаточно глубоко осознали. Потому как от того, насколько вы ее осознаете, зависит, насколько сильно будут ваши дальнейшие результаты. Компания NEL International открывает вам возможность построить международный бизнес. Это компания, которая растет с каждым годом. В России, в странах СНГ, Белоруссия, Казахстан, Украина. Открываются новые магазины, офисы, растут товарообороты. И я думаю, что даже если среди вас есть те, кто имеет там свой бизнес традиционный. Но это, друзья, реально, это очень... То есть для меня сама мысль, что есть возможность построить бизнес международный, который не только в какой-то одном месте, в том городе, где я живу, находится, чтобы он расширялся во всех направлениях. И здесь эта возможность есть. Более того, так, следующий слайд, пожалуйста. Будут вот так, наверное, говорить. Проблема вся в том, что вот я, когда начинал этот бизнес, я представлял его вот так. Я, когда пришел сюда, я был вообще очень диким скептиком. На сегодня я вижу тоже немало людей. Я думаю, что среди тех, кто присутствует сейчас в зале, в той или иной степени, возможно, тоже представляет, что бизнес наш выглядит именно вот так. Кто-то представляет его, может быть, еще в таком контексте. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, то есть люди с сумками, с продажами. Но, как видите, я к вам вышел без сумок. В первую очередь вы получаете... Следующий слайд. Так, ладно, это не будет у нас работать, наверное. В первую очередь вы получаете возможности. Что такое возможности, которые доступны каждому? Среди вас есть те, кто, ну, например, там, не имеет там, высшего образования или не имеет на сегодня какой-то престижной работы. Возможно, у кого-то нет каких-то уникальных навыков. И кто-то, возможно, как бы уже смирился с тем, что, ну, все, вот так теперь будет всегда. Но здесь возможности, они безграничны. Вот если вы мамочка в декрете, или вы строите свой традиционный бизнес, но погрязли в своей операционке и понимаете, что вы даже на месяц не можете уехать куда-то, потому что все, вы приедете, не останется ничего. Если вы где-то работаете, вы не можете просто так взять куда-то тоже собраться уехать. Так вот, друзья, есть возможность это изменить. Следующий слайд. В первую очередь, для меня очень большой возможностью открылась это именно возможность строить этот бизнес удаленно, реально. И когда у вас будут большие команды, причем будут появляться люди в других городах,
Вам потребуется интернет и телефон. И даже, я уверен, сейчас, вот вы, допустим, находясь здесь в зале, у вас 100% у каждого есть какой-то знакомый, который находится не в Москве. И он ждет, когда вот ему поступит какое-то вот действительно интересное предложение, которое может ему в перспективе изменить жизнь. И этот человек включится, он начнет совершать какие-то действия, и вы увидите вообще вот эту возможность. Я вам можно быстрее рекомендую начать со своих друзей, которые в том числе находятся не в том городе, где находитесь вы. Это дарит на самом деле очень большую свободу, потому что придет время, когда вы вырастете, когда вы начнете здесь зарабатывать серьезные деньги, когда вы начнете путешествовать и вкладываться там, в свои эмоции и так далее, в свою жизнь, и как бы, ну, реально начать там, покорять другие страны, отдыхать. У вас всегда будет рядом с вами телефон, интернет, Wi-Fi, и вы всегда можете контролировать все, что происходит в вашем бизнесе. Следующий слайд. Отдельная возможность – это доход. Это тоже, на самом деле, является определенной такой свободой, когда вы не ограничены вот этим каким-то потолком. Более того, я думаю, что в той или иной степени вы смотрели в постах или вообще в целом вам рассказывали, что люди здесь с первого же месяца зарабатывают. Это действительно так. Если вы начнете хоть какие-то делать действия, начнете слушать тех ребят, которые пригласили вас, вы уже заработаете в первый же месяц. Но вы сами определяете, какой будет ваш доход. Вы здесь можете зарабатывать и 100 тысяч рублей, и 200, и 500, и больше миллиона. И все те, кто выйдут на эту сцену, это все люди, у которых доход давно перевалил за миллион рублей. И я вам рекомендую вот просто осознать эту мысль, что вы вообще никаким образом не привязаны к тому, сколько вы здесь можете зарабатывать. Следующий слайд. Что очень важно понять. Компания NL International – это в первую очередь такой, знаете, партнер, который закрывает все вопросы касательно логистики, организации офисов, производства продукта. Это круглосуточный колл-центр, круглосуточная поддержка. И с вас вот эта вся головная боль, она вообще полностью снимается. Вы не обременены этим. Если среди вас есть кто строит бизнес, я думаю, вы понимаете, что вот это все занимает определенные, доставляет определенный геморрой. Ваша задача просто начать строить команду, начать проводить встречи. Все остальное за вас делает компания. И на мой взгляд, это реально очень крутая возможность. И вообще это на самом деле уникальная возможность. Следующий слайд. Продукт. Вы понимаете, что сейчас популярность вообще всего ассортимента в нашей компании настолько высокая, что многим людям уже не нужно объяснять, зачем нужно это или зачем нужно то. Постоянно выходят новинки. И я повторюсь еще раз, популярность настолько высокая, что как только новинка выходит, она сразу разлетается. Кстати, на слайде очередная новинка компании. Кто еще не успел попробовать, очень рекомендую как можно быстрее решить этот вопрос. И ассортимент постоянно растет. Еще 2 года назад было около там, 300 наименований в ассортименте. Сейчас уже больше 500. И дальше, если вообще подумать на эту тему, будет еще больше. То есть со временем это, я даже боюсь представить, что это будут действительно полноценные, огромные масс-маркеты именно в экопродукции. Следующий слайд. Можно следующий слайд? Ага, все, вот. Что важно? Компания предлагает современную платформу. Это личные кабинеты, где вы можете полностью отслеживать вообще все, что происходит в вашем бизнесе. Вам не нужно содержать какой-то отдел аналитики, смотреть, откуда берутся цифры, представляете, что они берутся откуда-то с потолка или еще что-то. Вы можете четко планировать благодаря вот этим инструментам, благодаря современным мобильным приложениям, планировать
свой товарооборот на следующий месяц, ставить цели, обсуждать это со своей командой. И это как раз в том числе позволяет вам также все это делать удаленно. Причем приложения, они постоянно улучшаются, постоянно обновляются. Например, есть приложение интернет-магазина, есть приложение, где вы, например, четко отслеживаете, что происходит вообще в вашей команде. И следующий слайд. Обучение. Обучение от компании. Вы понимаете, что приходя, вообще начиная разбираться с этим бизнесом, за вас уже сделано даже вот это. То есть вам на начальном этапе четко дают понимание, что делать, из чего складывается доход, что из себя представляет ассортимент продукции, какие ключевые действия приведут к результату, скрипты. И все это упаковано в очень прикольные, такой, знаете, инфокартинки, которые, ну, просто любому человеку дадут четкое понимание, что вообще и как. И это постоянно улучшается, постоянно совершенствуется. Следующий слайд. Более того, помимо того, что от компании есть обучение, да, есть своя школа, вот в вашем личном кабинете. Сейчас появляется уникальная возможность у каждой команды, ну, то есть вообще в целом, у каждой команды есть свои обучения, есть свои проекты, вы можете за этим следить и наблюдать. Ну, вообще, лидеры в командах растут. Ну, то есть, как вообще в целом, как спикеры, как бизнес-тренера, если так можно назвать. Каждый старается упаковать свой опыт и передать его. И делает это в форме... То есть сейчас я наблюдаю, что вообще происходит. Различное обучение в формате игр, в формате какого-то онлайн-коучинга и так далее. И это происходит с тем, что вы не сами сидите там наедине с собой, что-то изучаете. То есть это идет постоянно коллективная работа. У вас постоянно растут навыки, и вы все больше, больше, больше начинаете понимать, какие инструменты здесь работают, все меньше делаете ошибки и быстрее начинаете приходить к результатам. Следующий слайд. Сейчас уникальность бизнеса зашла, ну, реально, такую, знаете, я не знаю, следующую стадию, когда вы вообще в целом новички конкретно выбирают команды. Вот, например, одни из таких брендов можете видеть. Их огромное количество. И у каждой команды свои обучения. Но я вам могу даже больше сказать, это не просто, знаете, какие-то отдельные конгломераты. Каждая, то есть все друг с другом взаимодействуют. Происходит, знаете, такая, ну, тотальная синергия вот этих обмена знаний и опытом. И со временем у каждого из вас тоже появится команда. Следующий слайд. Вы понимаете, что приходя сюда и начиная строить здесь команду, вы начинаете формировать свое окружение. Именно тех людей, которые к чему-то стремятся. Те люди, которые для себя выбирают, ну, выйти из этой какой-то обыденности. Которые понимают, что в жизни еще чего-то не успели. Есть к чему стремиться, есть куда съездить, что посмотреть. Есть еще что, какие цели закрыть. И... команда, на самом деле, это просто, ну, как сказать, невероятная поддержка, которую в первую очередь вы дадите. Вы вырастите, станете наставником. У каждого из вас сейчас есть наставник. И это тоже, на самом деле, уникальная вещь, когда вы, например, представьте такую штуку. У кого есть, например, традиционный бизнес, вам нужны какие-то навыки. Вы эти навыки покупаете за деньги, проходя какие-то тренинги. Либо платите за это большими деньгами, приобретая опыт. Если вы работаете это в найме, у вас тоже нет какого-то алгоритма. Вам никто не придет и не скажет: дружище, вот сделай вот эти действия, завтра ты директором станешь, послезавтра ты станешь там учредителем. Здесь у вас есть наставник, который, ну, грубо говоря, человек, у которого определенный набор навыков есть. И его в первую очередь задача сделать... ну, упаковать свои знания и сделать их максимально доступными для каждого из вас, чтобы до каждого достучаться, чтобы каждый смог не просто их услышать, увидеть, а чтобы это было еще просто применимо в действии. И
обучение вот в этой, вообще, когда у вас начинает формироваться команда, вы еще получаете уникальный ресурс. В команде у вас, например, будут люди, которые, например, спортсмены, и у них очень крутое разрешение по тому, как вообще там по тренировкам, по спорту и так далее. Например, в команде у вас могут появиться фотографы, и в командах могут появиться там врачи, и разные вообще люди с разными навыками. И у вас происходит постоянный вообще обмен вот этим, вот этой информацией. Вы понимаете, как это что можно применить, например, в бизнесе, как это сделать еще интереснее. Это на самом деле очень круто. И вы поддерживаете свою команду, команда поддерживает вас. Вы знаете, вот если это может там, как бы это по-сектантски сейчас не звучало, но вы реально станете, можно так сказать, одной семьей. Это люди, которые заряжены одной целью, люди, которые стремятся вместе чего-то достичь. У нас в команде действительно, я считаю, именно так. Команда. Можно следующий слайд? И поговорим о самом интересном. Автобонусы. Да, действительно, когда вы включаетесь, когда вы начинаете делать действия, когда вы начинаете строить свою команду, у вас начинает расти доход. И помимо, вот смотрите, просто проанализируйте саму логику. У вас начинает расти доход, растет, 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 а потом раз в какой-то момент у вас появляется еще и Мерседес. На самом деле это, ну, я по себе могу сказать, когда в первый раз я услышал эту информацию, очень сложно ее вообще принять всерьез или еще что-то. Но сегодня на рынке происходит следующее. Чуть ли не каждый день или там каждую неделю в компании происходит очередная выдача Мерседеса. То есть компания, она не успевает выкладывать посты каких-то других новостей, потому что постоянно какой-то новый человек получает этот Мерседес. Важно понять одно. Вот можно следующий слайд. Чтобы этот Мерседес получить, нужно реально начинать работать. Это, ну, не просто такая, знаете, халява. Обычно вот я вот наблюдаю, у некоторых новичков они приходят в ожидании того, что вот сейчас вот пройдет 2-3 месяца, я там начал строить команду, подписал там 20 человек, все, там где-то мой Мерседес. Нужно начинать вкладываться, нужно начинать делать действия и нужно настраиваться на определенную дистанцию. Ну, не сдаваться, просто поставить цель и достичь ее. Что радует? Радует факт, что не один человек получил этот Мерседес или вообще в целом достиг этого результата. Их очень много. Ну, настолько много, что каждому уже пора задуматься о том, что почему я не стою в числе вот этих вот обладателей. То есть в какой-то момент должно произойти, знаете, в голове вот этот щелчок, должен переключиться тумблер на то, чтобы начать воспринимать уже информацию и начинать делать именно нужные действия. Сможем следующий слайд? Очень круто, очень крутая история по поводу путешествий. Вот этот кадр сделан с недавнего нашего путешествия. Это был вояж в Африке, и это на вашем экране одно из очень таких ярких событий этого путешествия. Ну, просто представьте Африку, там вот эти дикие животные, львы, там зебры, и вот эта саванна, и вот прям посередине воздушные шары. И вот вся команда, все лидеры, которые ездили, их там загружают в эти шары, и вы на шарах летите, сверху наблюдаете, как вот эти там дикие животные там бегают. Ну, короче, реально это очень круто. И это, на мой взгляд, очень, ну, по-настоящему уникальная вещь. Потому что что нашу жизнь наполняет эмоциями? Я считаю, что самыми большими эмоциями наша жизнь наполняет путешествия. В эти моменты у тебя сильно увеличивается вообще картина мира. Ты начинаешь какие-то вещи воспринимать по-другому. Появляются какие-то новые идеи, новые мысли. И у каждого из вас сейчас есть возможность, реально очень крутая возможность вписаться вот в эту историю с путешествиями. И ближайшее путешествие будет на Ибице. Кто хочет на Ибицу, друзья? Она пройдет уже меньше, чем через год. Вот туда конкретно поедут уже лидеры, которые зарабатывают, которые на автобонусах, на Мерседесах.
У каждого из вас есть, вот кто сейчас сидит в зале и только вообще пришел сюда первый раз, кого-то, может, за руку затащили, кому-то просто там вообще бесплатно билет дали на там, главное, приди, я не знаю, как вас звали. Но важно сейчас понять, что вот это, ну, совсем другой стиль жизни начнется, если вы примете решение начать делать вообще, разбираться здесь, начать делать действия. И абсолютно, то есть динамика роста этого бизнеса, тот опыт наставников, вообще команд, да, которые вы видели выше, он сейчас настолько, ну, мощно упакован, что каждый может сейчас за вот этот отрезок не просто сам приехать на вот это событие, а еще и со своей командой. И это очень круто. Поэтому, друзья, включайтесь. И я уверен, что среди вас точно будут те, кто только сегодня пришел на вот этот марафон, будет наебиться. И именно там расскажет свою историю, что вот я вот так вот пришел, меня вот так затащили, я вот тут прослушал. Ну, короче, начал что-то делать. Все, welcome. Welcome, Ибица. Можно следующий слайд? Самым нам вот... Повторюсь еще раз, вот самый крутой, это на самом деле вообще самый крутой, самая крутая уникальность. Это четкий алгоритм. Но когда вы просто, вы можете себе представить, многие, я вот на сегодня долго думал, почему вот вроде бы все понятно и просто, реально. Ну вот, допустим, когда ты хочешь в жизни чего-то достичь, начни общаться с тем человеком, который уже этого достиг, и просто спроси, что нужно делать. Если ты, например, хочешь зарабатывать там определенную сумму, да, выйти на какой-то новый уровень, например, зарабатывать миллион, начни общаться с теми, кто зарабатывает эти деньги. Ну, то есть нужно понимать, что человек, который зарабатывает там 20 тысяч рублей, не научит вас зарабатывать миллион. Ну, то есть я думаю, всем это понятно. И мне кажется, из-за того, что настолько просто вот это все описано, да, то, что, ну, как бы, неужели все так просто, вот неужели вот эти действия нужно делать? Что люди ищут подвох постоянно в чем-то, и в какой-то момент времени начинают верить, что это подвох, и просто действия не делают. Так вот, я вам сейчас каждому хочу донести, никакого подвоха нет. Есть четкие алгоритмы у всех, у каждого лидера, но они в целом схожи. Реально, нет какой-то супер уникальной там методики. Вся уникальная методика, она в каждом из вас. В вашем желании, в вашем намерении, в ваших амбициях. И в том, насколько вы готовы в своей голове немножко поменять вот эту парадигму и поверить вообще вот в эту возможность. Она на самом деле уникальна. Это практический опыт. Но я повторюсь еще раз, никто вас нигде бесплатно не научит. Ни в бизнесе, ни на работе. Нигде нет этого алгоритма. Здесь четко понятно, что вообще нужно делать, чтобы вы просто прошли от самого начального уровня, ну, до Homo sapiens. Можно следующий слайд? Есть? Да, не очень хорошая новость. Реально, отвечаю. Смотрите, есть новость в том, что найдутся те люди, которые, придя, когда, ну, когда придут вообще в целом домой, ну, все, начнется, ну, проснуться завтра, и мотивация вообще что-то делать пропадет. Либо начнут какие-то делать действия. Можно там следующий слайд? Еще следующий слайд. То есть люди начнут какие-то делать действия, и мотивация пропадет. Кто-то, например, сегодня поедет домой, спустится в метро, и тоже на этом вся история закончится. Так вот, друзья, у меня к вам большой призыв. Вот я 2 года назад также сидел в зале и также слушал человека, который вообще, ну, что-то рассказывал на сцене. И я именно тогда сделал свой выбор. Я принял решение начать действовать. Можно следующий слайд. И я призываю сейчас абсолютно каждого, что просто откройтесь вот этому миру, откройте свою голову, начните разбираться, начните делать действия. Будьте активны, начните строить команду, доверяйте тем людям, которые вас вообще в целом пригласили. Потому что если вы сейчас не включитесь, вы будете просто продолжать также наблюдать за своими, например, там, наставниками. У них-то все и дальше будет расти, и дальше все будет хорошо. Но есть возможность, что было у вас.
Просто самое главное нужно помнить. Следующий слайд. Все, друзья, спасибо огромное. Все зависит от вас самих.